Из регионального центра контролируют все этапы оказания помощи больным, начиная с постановки диагноза пациенту и заканчивая последним тестированием перед выпиской. На протяжении всех этапов лечения изучаются результаты анализов, рентгеновские снимки, состояние каждого больного. Кроме того, следят за наличием средств индивидуальной защиты у медиков и наличие лекарств в больницах. В круглосуточном режиме мониторят количество свободных коек. Мы занимаемся круглосуточно. Значит, эти изображения анализируются в течение 1,5-2 минут. Выдаются заключения, какая патология, ковид, не ковид. Если ковид, докладывается дежурному администратору, какая степень тяжести этого ПЛЭВа, объем поражения. И дальше администратор уже принимает решение на основе проведения компьютерной томографии, что как маршрутизировать этого больного. Подобный опыт координации, который объединил все учреждения здравоохранения в единый информационный ресурс, у Самарской области уже был. Во время чемпионата мира по футболу создавали операционные центры. Мы обсуждаем диагнозы, мы утверждаем заключение компьютерной томографии. В настоящее время сюда в центр стекаются данные по всем компьютерным томографам области. Мы выносим свое второе экспертное мнение и, соответственно, определяем тактику. Всю информацию о пациентах, а также их снимки и результаты исследований разместят в базе регионального центрального архива медицинских изображений. Это не только позволит собрать федеральную и региональную статистику, но и послужит основой для дальнейшего лечения коронавируса. Елена Малютина, «События».